своими глазами. Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на землю положила, что 20 лет и 30 лет живой не верится, что жив. Ясно-Кишиневская операция вошла в историю военного искусства под названием «Ясно-Кишиневские камни» и считается одной из самых удачных стратегических операций Великой Отечественной войны. Către cunoștință veșnică soldaților și ofițerilor, care cu prețul vieților lor au eliberat binecuvântatul pământ al Moldovei. Отдавая дань памяти павшим, мы, живущие сегодня, возлагаем цветы к могилам безвременно ушедших той страшной войны. Вечника мемория героев. Бельчан, это особенная дата сегодня, я бы сказал, великая победа, блестящая войсковая операция, которая переломный момент, и сегодня нашу Молдову, цветущую Молдову, освободили от фашистской германской напасти, будем так говорить. Сегодня бельчане, вообще жители нашей страны должны помнить и не переворачивать историю. Сегодня тот день, когда советские войска освободили Молдову. Я думаю, что наше поколение должно об этом помнить и передавать это все нашим детям, внукам, и история должна быть не перевернута.